Украинские воины нанесли сокрушительный удар по элитному госпиталю для кадыровцев в Кадеевке, Луганской области. Как сообщает стратегическое командование ВСУ, воины уничтожили здание бывшего профилактория машиностроительного завода высокоточным оружием. Недавно российские оккупанты сделали из него VIP-госпиталь, в котором лечили только кадыровцев. Больше не будут, отметили в Страткоме. Удары по госпиталю кадыровцев подтвердили и сами боевые псевдореспублики. Сводка по ситуации на фронте. Местные блогеры заметили, что там действительно лечились кадыровцы. Напомню, во время новогодних праздников ВСУ набросали подарков российским оккупантам. В частности, накануне стало известно о большом прилете по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десятков до 600 мобилизованных из России. Россия официально подтвердила гибель только 63 военных, но по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Поэтому Министерство обороны Российской Федерации пытается приложить вину на местных чиновников, а те на самих мобилизованных. Кроме того, ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулавке под Херсоном в новогоднюю ночь. У россиян огромные потери. Генштаб насчитывает от 500 погибших и раненых.